Приветствую вас, это Евгений Горобченко. В этом видеоуроке я расскажу о том, как научиться читать людей, словно книгу. В общении с людьми важно научиться читать людей, то есть понять не только то, что они говорят, но кто они есть. Интерпретация вербальных и невербальных сигналов позволяет увидеть, помимо внешних масок, реального человека. Далее я вам дам три технологии, как научиться читать людей. Первый метод – обращайте внимание на язык тела. Исследования показали, что слова составляют лишь 7% во время общения, в то время как наш язык тела – 55% и тон голоса – 30% передают остальную информацию. При чтении языка тела не следует становиться чрезмерно аналитическими, оставайтесь расслабленными и просто наблюдайте. Вот несколько примеров языка тела. Обращайте внимание на осанку, чтобы научиться читать людей. Держат ли они голову высоко, уверены ли они в себе? Или они идут нерешительно, стремясь стать незаметными, проецируя знаки низкой самооценки? Может, их движения развязаны и не сдержаны, как знаки большого эго? Посмотрите на расстояние. Как правило, мы стараемся приблизиться к тем, кто нам нравится, и отдалиться от неприятных нам людей. Когда люди облизывают или покусывают губы, они нервничают, пытаются успокоиться или испытывают неловкость. Интерпретируйте выражение лица. Эмоции это достаточно ярко могут проявляться на лице собеседника. Хмурый, беспокойный или тревожный взгляд, гусиные лапки, улыбки радости, поджатые губы как сигнал гнева, презрения или горечи. Второй метод. Слушайте свою интуицию. Вы можете настроиться на восприятие кого-то за пределами его языка тела и слов. Интуиция – это то, что вы чувствуете, это не то, что говорит ваша голова. Эту невербальную информацию вы воспринимаете с помощью ощущений, а не логики. Контрольный список интуитивных ощущений, как научиться читать людей. Это то, что возникает, прежде чем у вас появится шанс подумать. Почувствуйте мурашки по коже. Мурашки – это чудесные интуитивные покалывания, которые передают, что мы резонируем с людьми, с которыми общаемся. Мурашки могут возникнуть, когда вы испытываете дежавю, признание того, что вы встретили кого-то, прежде вам знакомого, хотя вы никогда на самом деле не встречались. Обратите внимание на вспышки озарения. В беседах вы можете почувствовать представление о людях, которые приходят в одно мгновение. Будьте бдительны, в противном случае вы можете пропустить такие внезапные мысли. И третий метод – это чувство эмоциональной энергии. Эмоции – потрясающее выражение нашей внутренней энергии. Мы воспринимаем их интуитивно. В общении с некоторыми людьми мы чувствуем себя хорошо. Они улучшают настроение и жизненный тонус. Вот в общении с другими мы интуитивно хотим уйти. Эта тонкая энергия может ощущаться достаточно ярко, хотя она невидима. В китайской медицине это называется чи. Жизнеспособность, что важно для человека, чтобы быть здоровым. Стратегия чтения эмоциональной энергии. Первое. Общая энергия. Это общая энергия, которую мы излучаем, не обязательно совпадает с нашими словами или поведением. Это эмоциональная атмосфера, окружающая нас, как облако дождя или солнце. Когда вы будете читать людей, замечайте, ощущаете ли вы их присутствие, которое привлекает вас, или вы ощущаете неприятную дрожь, которая заставляет вас избегать общения с ними. Второе. Взгляд человека. Наши глаза передают мощные энергии, так же как мозг имеет электромагнитный сигнал, проходящий за пределами тела. Исследования показывают, что глаза проецируют это тоже. Найдите время, чтобы посмотреть в глаза людей. О чем говорит их взгляд? О том же, что и говорят их слова? Третье. Ощущение рукопожатия, объятия, прикосновения. Мы ощущаем эмоциональную энергию через физический контакт, так же, как и электрический ток. Спросите себя, рукопожатие и объятие этого человека позволяет вас чувствовать себя тепло, комфортно, уверенно, или это отталкивает так, что вы хотите уйти?
И четвертое, прислушайтесь к тону голоса и смеха. Тон и громкость нашего голоса могут многое рассказать о наших эмоциях. Звуковые частоты создают вибрации. При чтении людей замечайте, как тон их голоса влияет на вас. Спросите себя, успокаивает ли их тон или это неприятный отрывочный плаксивый звук. Как научиться читать людей? Вопрос комплексный, и на него невозможно ответить одним предложением. Поэтому развивайте свои умения читать людей постепенно, будьте внимательны к людям, к своим ощущениям в общении с ними. Ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой полезный канал. Видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.